Спасли людей из огня. Этой ночью в Владимирской области сгорел жилой дом. Трагедия произошла в городе Костерево Петушинского района. Из двухэтажного деревянного здания пожарные вывели 5 человек, в том числе и пожилую женщину 36-го года рождения, которая успела надышаться угарным газом. Женщину доставили в больницу, она пришла в сознание. Спасатели не исключают, что жильцы слишком поздно сообщили о случившемся. Бригада прибыла на место пожара через 4 минуты после вызова, в 4 часа 43 минуты. Но в это время деревянный дом горел уже полностью. Пламя тушили полчаса. Соседние дома не пострадали. При разборе завалов на пепелище нашли тело женщины 35-го года рождения. По предварительным данным, возгорание двухэтажного дома началось именно в ее квартире. Дом 12-квартирный, но вот на момент тех событий, о которых мы с вами говорим, жилыми у нас числились только 3 квартиры. То есть остальные помещения были нежилыми. Всего там проживало 6 человек. Из которых, к сожалению, один погиб, один пострадал, и 4 человека были эвакуированы. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, то есть пострадали все 3 жилые квартиры, и, в принципе, специалисты сейчас говорят о том, что дальнейшее проживание в этих жилых помещениях уже невозможно.